Это филиал известной краснодарской клиники. Здесь работают врачи разных специализаций, есть лаборатории, а также возможность проводить малоинвазивные операции. Частный бизнес должен развиваться и составлять достойную конкуренцию нашим государственным муниципальным учреждениям здравоохранения. Здесь работают высокопрофессиональные и врачи, и медсестры. Как отметили на открытии, для Сочи такие многопрофильные центры крайне важны, особенно в условиях стремительно растущего населения города и приближающегося курортного сезона. Мы каждый год принимаем большое количество отдыхающих, и, безусловно, нагрузка на нашу муниципальную сеть чрезвычайно высока. Муниципальное здравоохранение сегодня на высоком уровне в городе Сочи, и это наши новые построенные больницы, обновленные поликлиники. Это, безусловно, очень здорово. Но то, что сегодня на нашу площадку в город Сочи приходит, в частности, вот такой центр, это совершенно классный такой проект. Добавлю, что подобные центры сегодня работают по всей Кубани. В филиалах будут организованы выездные консультации не только ведущих докторов России, но и зарубежных специалистов.